Привет, ребята, с вами Ананасик, жесткий врыв в чудеснейшую игру под названием Ironside начался прямо сейчас. Я бы с удовольствием вам рассказал предысторию этой игры, от кого эта игра вышла и что в этой игре нужно делать, но черт возьми, это все есть в гугле, вы можете спокойно это загуглить, а я лучше поиграю. Ну а тебе, дорогой мой друг, предлагаю просто насладиться моей прошу прощения, хорошей игрой, потому что я ведь боец знатный. Знаю, как умирать, знаю, где кого найти, чтобы зад ему надрать. Спасибо за то, что оценил мои стихи. В комментариях можно написать о том, насколько я чихуительный. Там видел врага. Ой, это был свой, да? Да. Нет, это был не свой, сучёный ж ты. Ладно, респаун, погнали, дубль 2, поехали. Игра динамичная, поэтому я должен рассказывать все очень динамично, чтобы соответствовать этому шутеру. Иначе не быть мне обозревателями, опять будут писать, что я, сука, сделал чё-то. Ну, типа этого, да? Что я, короче, сделал херовый обзор. Что я кликбейчу, а я ведь не кликбейчу. Я ведь реально делаю годные контентные обзоры. И вот эта игра одна из них. Там видел врага, но враг расшатал мне хлебало. Так, а что у нас тут еще по вариантам оружия? Я, по-моему, с этим бегал, но давайте поменяем. Я читаю очень быстро флоу свой, потому что я его тренирую. Это был хедшот, за хедшот можно лайкос. И тут... С подпрыжки меня, короче, вырубает какое-то мудило. И где он там вообще взялся, я хрен пойми. Лови, падла, какую-то гранату. Не знаю, это флешка была, по-моему. Ух ты, я, походу, убил его флешкой. Конечно же, нет, это сделал не я. В этой игре так не работает. И могло бы, кстати, так работать, если бы играли здесь люди нормальные, а не такие буцефалы, как я. В общем-то, ребят, игра похожа на КС. Игра в смеси динамичного шутера с... королевской битвой, куча различных режимов, которые я еще даже не успел опробовать на самом-то деле. Потому что их реально дофига. Где что? Че ты лег? Он придурок этот лег, я всрался. Это все свои. Че мы тут стреляем вообще? Вы че? Я не буду это комментировать, говно. Просто промотай на пару секунд вперед, потому что сейчас пойдет твою мать, суки! О, у меня ролик зарендерился, видали, слышали, да, этот бим-бим, это означает, что я записал ролик, это очень хорошо. Так, пошли дальше, вижу врага. Почему я его не убил? Кто может мне объяснить, почему я его не убил? Короче, тут можно запускать дронов, нахер не надо, я не знаю, честно вам скажу, но... У меня их уже два, смотри. Но зачем они, я не знаю. Я очень долго пытался разобраться. А, честное слово, минут... Не, ладно, не минут. Секунд 20. Секунд 20 я пытался что-то прочесть. Но в итоге я понял, что это не мое. И решил разбираться по ходу игры уже. Ну, как я всегда это и делаю. Потому что... Что-то там читать, когда можно спокойненько разломать хлебальник, вот так вот, как я только что сделал, плюс 100 очков, и там, походу, снайп, потому что мой друг только что так легко умер, точнее, прилег, и мы пока по очкам ведем. В общем-то, чтобы выиграть в этом говношутере, надо убить как можно больше врагов. Ну, конкретно в этом задании, а там еще один пидорас стоял. Сука. Твич, не блокируй, пожалуйста. Хорошо, пошел, молодец, да, красавчик, смотри, туда кидаю флешку, ура, флешка гепнула, можно ворваться. Спина! Спина! Дебилы конченые, кому я кричу спина, меня же не слышно в игре, точно, можно не кричать, можно гланды свои поберечь. А то мне еще вечером зачет в универе. Зачем стрелять, когда там никого нету? Не знаю, короче, мне показалось блеклое пятно. Я думал, там кто-то есть. Может быть, все-таки там кто-то даже был, я не знаю. Лучше проверить и стрельнуть, чем не проверить и умереть. Видишь, динамичный. Динамичный шутер, мать вашу. Где ты еще увидишь такую динамику? Нигде. Страшно, я шотный, просто вазелином помажьте и все. Короче, фишка в том, есть такая турелька, можно ее здесь припарковать, и она будет тебе засчитывать твои убийства.
который сделает за тебя турелечка. Это очень прикольно, очень читерно, можно использовать. Ты чё, придурок, тут появляешься? Это что? Нет, это снайперка, не буду со снайперкой. Со снайперкой в динамичном шутере, прикинь, играть, да? Вообще, адекваты, зачем такую пушку сюда ставить? Кстати, здесь вроде как говорили, есть какой-то магазин, но я так и не понял, как его использовать! На нахер! Это был мой флоу. Понравилось? Там что-то кто-то убил моего напарника. Я так и не понял, кто. Поэтому пойду себе спокойненько дальше. Ой, что-то мы их разбивают. О, тут видел чела, смотри. Ты чё, придурок? Тут враг бежал. Ты не видел? Случайно. Короче, мне кажется, я уже по кругу бегаю второй раз. Потому что здесь я уже был, однозначно. Здесь я пушку подымал. Или здесь просто все локации одинаковые, я хрен его пойми. Вообще, ребят, как вам геймплей? Как вам игра? Как вам динамика в этой игре? Черт возьми, это же самый динамичный шутер, который есть на просторах СНГ. Да, именно так говорят в рекламе, по которой я перешел, чтобы установить эту игру. Ну, типа, что, они зря ролик пилили? Это же реклама. А вы что, не заходите на рекламу? Это враг был, видали? Там мне что, за тобой бегать, что ли? Ты придурок, что ли? Ой, со спины. Да, там был, оказывается, его товарищ, видишь? А я не знал, я не знал. Если бы я знал, то я бы не умер. Ну, бывает, бывает. Динамичный шутер. Это флешка! О, как это тяжело! Откуда он там взялся-то? А вот сейчас я ему разнес хлебальник. Срочно, срочно! Прием, Скар, смотри, это был Скар. А не, это пулем или Скар, или не знаю, короче. Но у меня такой пушки не было никогда, поэтому я побегаю с ней. Они тут, короче, как-то покупают пушки. Но я для себя понял одну вещь, что покупать пушки это не мое. Это очень сложно. И решил не усложнять себе жизнь. Это и так динамичный шутер. Здесь можно и без этого всего. Там что-то в текстуре летало, но это ОБТ, поэтому можем не обращать на это внимание. Зачем обращать внимание на летающие текстуры, правильно? Привет. Сюда можно залезть. Видите? Динамичный шутер, в котором можно даже залазить по таким вот штукам. Это супермаркет! А это враг. Да, который прям неплохо разносит хлебальник. И я испугался немножко даже. Ну только немножко, вы не подумайте, я не трусливый боец. Там, по-моему, зашел враг. Я видел, что там кто-то зашел, мне кажется. Это был враг. Видишь? Видишь? Я его спас. А еще тут можно перезаряжаться, и у тебя будут убиваться челики. Так, что-то приехало, мне кажется. Да, это мои дроны, наверное. А это чья-то турель работает. Очень страшно работает, на самом-то деле. Где все? Странно. Где-то здесь. Вероятнее всего. Или нет. Не знаю. Там мои. Они, походу, все в супермаркете внутри засели. Вот где-то здесь. Очень часто так бывает. То ты сидишь сюда куда-то он побежал, да? А, это труп. Блин, а такое вообще еще не труп, прикинь. Здесь, кстати, можно Чувак, чувак! Придурок. Я же... В динамичных шутерах нельзя стоять на месте. Вот я что для себя понял, понимаешь? Я тут думаю, в чем проблема? Проблема в том, что я стоял на месте. Там, по-моему, кто-то был. Я не знаю, вам так не показалось? Ой. И это победа чемпионов! Да.
Не нужно оваций. Шучу, нужно. Нужны подписки, нужны овации. С вами был Ананасик. Надеюсь, вам понравилась эта динамичная игра. Это самый динамичный шутер, который был на СНГ. Лучший. Поэтому, если вам понравилось, если вы хотите больше видеороликов по этой игре, обязательно пишите об этом в комментариях. Также не забудьте поставить пальцы вверх, ведь я старался именно для вас. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока.